Всех приветствую, друзья. Иногда я вижу, что на ютубе вылезают такие видео под названием «Любую песню на баяне легко», «Обучение игре на баяне за 2 недели легко», «Как научиться играть быстро легко», «Секретные способы игры легко» и много-много вот такого вот видео, таких видосов. Сейчас я немножечко расскажу про эти видео, зачем их выкладывают. Ну, я думаю, все понимают, зачем их выкладывают. В общем, все это на самом деле нелегко. Этому нужно учиться очень долго. Очень это все непросто. Ну, естественно, эти все видео выкладывают для просмотров, да? То есть человек заходит на YouTube, и он думает, все, я сейчас посмотрю, там мужичок сыграл какой-нибудь, подобрал по слуху, да, это тоже легко. Ну, в общем, вот из этого разряда. Все легко, все быстро, секретные способы, вот, супер методика, вот это все. У меня тогда вопрос, чем же занимаюсь я тут, да, или чем занимаются все музыканты, да, и зачем вообще мы так долго всему этому учимся. Ну, к примеру, мне 28 лет. Я на баяне играю 21 год. 21 год я играю на баяне. Из них 7 лет, точнее 8 лет я играл в музыкальной школе, 4 года музыкального колледжа и 5 лет в консерватории. Вот. И я, получается, самый неспособный и самый неталантливый человек. Потому что вот я столько лет этому учусь, а оказывается, вот оно что. Ведь можно же было вот посмотреть видео на ютубе. Легко, все легко. Как подбирать по слуху? Да легко. Как там аккордами мелодию сыграть? Легко. Любая песня в любой тональности за 10 минут? Легко. Вот. 2 месяца, и вы уже играете на баяне или на любом инструменте. Все очень легко, все очень просто. А я, получается, просто мега антиталантливый, я бы так сказал, да? У меня вообще нет способности. Я на это 21 год потратил в своей жизни. То есть все это как бы легко, да. Ну, вы понимаете, что это все нелегко, что все это выкладывают для просмотров. Вот. Я вас хочу сразу как бы огородить от этого, предупредить. Вот. Вообще, сами по себе вопросы эти, они ведут в никуда. Да? То есть как научиться, как это, то, все, 5-10. Когда я учился, у нас не было таких вопросов. То есть не было такого, как мне научиться играть быстро. Как мне научиться играть легко, там, допустим. Как мне научиться играть виртуозно. Как мне научиться играть аккордами. Да? Как мне то, сё, 5-10. Это все отходит на второй план. В первую очередь нужно учить играть пьесы или песни, которые вы хотите. Да? Вот. А уже исходя из этого, вы будете подбирать то, что вам нужно. Например, вы будете учить какую-то виртуозную пьесу, значит, вы будете подбирать какое-то упражнение для этой пьесы. Или там играть, например, гаммы какие-то, вот, чтобы развивать беглость. Но, или в конце концов, ну это самое, наверное, первое будет, вы будете эту пьесу сами играть и стараться играть ее быстрее. То есть, но это вам нужно для этой пьесы. То есть сама цель – это пьеса или песня, да? А не то, чтобы научиться играть легко и быстро. Да, чтобы кого-то этим удивить. Вот. Поэтому обычно, как я понимаю, это бывает. Ну, я как бы когда создавал канал, поставил себе цель, чтобы быть правдивым. То есть говорить с вами честно и откровенно. Все это, блин, нелегко. Все это очень сложно. И долго, и муторно. Очень тяжело это все дается. Вот мне на осознание того, что я люблю баян, потребовалось 8 лет. Просто на осознание того. Вы представляете? Я 8 лет ходил в музыкальную школу из-под палки. Я не хотел, я думал, я не люблю баян, мне не нравится он. И потом, о чудо, в колледже меня озарило. И мне стало нравиться. И мне на это потребовалось 8, блин, лет. 8 целых лет. Потребовалось не то, чтобы что-то там выучить, а просто осознать, что я люблю баян. Что я хочу на нем играть, посвятить этому свою жизнь. Вот. Так о каком
О каком легко вы говорите, да? Или что вы ищете там на Ютубе? Вот. Вот. Все легко, все быстро. Да? Да не будет такого. Вы посмотрите на этого дядьку и подумайте, блин, он так это легко сделал, и я так смогу. А потом попробуйте, и вы не сможете так. Вы так не сможете. Поверьте мне, вы так не сможете. А если сможете, то вы не будете смотреть YouTube. Вам это не нужно. Вот. Поэтому, прежде всего, я создал свой канал для людей, которые не могут изначально. То есть для новичков, да? Ну или для любителей, да? То есть если ты что-то можешь, тебе не нужен этот YouTube. Вот. Ты сам это все сделаешь. И плюс, эти люди, они вам врут. А врут почему? Потому что он говорит, слушайте, вот играйте сейчас вот так вот, вот гамму играйте быстро, и вы будете играть быстро. Да не ври, да ты врешь. Ты, чтобы играть быстро, переиграл кучу этюдов, кучу гамм, кучу виртуозных пьес. И тогда ты после этого стал играть. Это все копилось годами. Это все много-много лет накладывалось друг на друга. И ты стал быстро играть. И никакого супер упражнения нет. Никакой супер гаммы нет. Ну и ты выучишь гамму, если ты выучишь ее быстро. А потом возьмешь другое произведение. И уже не можешь его играть быстро. Вот и все. Это все очень многолетний. Точнее, это все очень непросто и требует многолетнего труда. Вот. И поэтому эти люди, они вам врут. Вот. Но они неосознанно, возможно, это делают. Да? Это вот, ну знаете, я могу привести пример. Ну, я иногда смотрю какие-то спортивные ролики, связанные со спортом. Да? Вот. Ну и, грубо говоря, приходит какой-нибудь там культурист, да, качок. Он говорит, я вот сейчас научу подтягиваться 20 раз. И начинает там подтягиваться легко. И потом рассказывает, как он делает эти упражнения, какие делают упражнения, чтобы подтянуться, да. Ну, естественно, как бы кто-то, конечно, верит, но я думаю, большинство понимает, что этот товарищ уже пашет в зале много-много лет, и он, кроме подтягивания, делает кучу других упражнений, которые ему потом впоследствии помогают в подтягиваниях. Допустим, ну это я к примеру привожу, да? Вот. Тоже здесь, то же самое и здесь, в музыке. То есть я играю, например, быстро, не только потому, что я гаммы играл, или этюды, или там пьесы виртуозные. Все вместе в совокупности, вот. Плюс опыт, как бы, вот к этому и привело. Поэтому, если вы, ну, советую так, видите какие-то ролики, где все легко, где есть какая-то супер методика. Ну, это все как бы. Вы можете, конечно, посмотреть, ничего плохого нет, вы ничего не получите там. Это вам будет не в минус. Но вы ничему там не научитесь. Потому что все нелегко. Так что вот, вот об этом я хотел поговорить. Получилось, конечно, немножко эмоционально. Кого-то, наверное, обижу, кого-то задену. Вот. Кто-то скажет, да ну тебя. Вот. Иди там, все нелегко, все легко. Ноты не надо учить, гармонию не надо знать, теорию не надо знать. Что ты мозги пудришь нам, что ты тут паришь, все легко. Дети там 4-летние играют, показал, они уже играют, все легко. Не знаю, мне как-то нелегко до сих пор, честно говоря. Спасибо за внимание, всем до свидания.